Ну что, новое видео на канале с аналитикой и интересными новостями. Пока вы там обедаете, ужинаете или что-то другое делаете, мы вам расскажем самые вкусные цены на этой неделе, которые были. Ну и новости самые интересные. И начнем, ясное дело, с цен, потому что на этой неделе были просто-напросто горячие пирожки. И в группе Telegram мы их постили, потому что раскупали все очень быстро. Смотрите, помните Meizu Note 9? Помните? Ну, к сожалению, уже помните про Meizu. Но Note 9, тот, который на Snapdragon 675, тот, который с ISOCELLом 48 мегапикселей, стоил $180 за младшую версию, а версия 428 была за $222. Это цена бомба. Если не хотите пропускать такие цены, подписывайтесь на канал Telegram. Ну и Mi A2. У нас цена была $135-$145 в зависимости от конфигурации, а там 660-й Snapdragon. Смартфончик на чистом Android. Ну и OnePlus 6T. Перед презентацией OnePlus 7, она будет 14 мая. Цена $478 за версию 128 гигабайт. 828. Это жирнейшая цена. Опять-таки, если не хотите пропускать эти цены, подписывайтесь на канал Telegram. Ну и на сайте Синтетики, ясно дело, все есть. И я хочу еще отметить, что сейчас Samsung, тот смартфон, который очень быстро падает в цене, и прошлая модель S9 у нас стоит $440-$480. И что самое интересное, это в Украине и в России. Опять-таки, на сайте Синтетики есть все эти цены. Реально очень вкусное предложение, но если вам честно признаться, я бы, наверное, больше обратил бы внимание именно на OnePlus 6T. Ну и появился у нас в Китае разобранный, пересобранный, скорее всего. Там цена $380, но я бы с опаской относился к таким предложениям. Лучше уже взять и добавить чуть-чуть, и у нас в стране взять на Exynos, конечно, блин, там тоже, ну, короче, смотрите сами, на сайте все есть. Ну и про жвачки. Nokia подтвердила свою безопасность, и просто-напросто теперь их смартфоны может разблокировать с помощью жвачки. Вот представляете, так вот выкатываешь ты обновление, и твой смартфон легко, как в фильме, могут вот так вот печаточек твой взять, прислонить, и все, вуаля. Но опять-таки, это подтверждает то, что, слава богу, что я не купил Nokia 9, я хотел это сделать, потому что я был 2 недели назад в Финляндии, и я думал там приобрести его, но когда увидел цену, увидел некоторые обзоры честных блогеров, некоммерческих блогеров, я понял, что нужно с этим завязывать. Блин, с программным обеспечением у них большая шляпа. И вообще, сейчас в смартфонах, друзья, ценится больше программное обеспечение. Вот сколько мы сейчас тестируем смартфонов, программное обеспечение уже это номер один. Ну и бесполезные новости. Xiaomi продолжает клепать, ну не так клепать, как Samsung, и они представили в Индии Redmi 7, который представлен в Китае, и U3, которая точно такая же копия, как Redmi 7, только с фронталкой 32 мегапикселя. Класс, просто разнообразие, выбирай, что хочешь, и глаза у тебя не разбегаются. Но по поводу Redmi 7, в Китае сейчас цена наконец-то упала, $118 за младшую модификацию, и это классная цена. В Украине она буквально дороже на $8, а если вы с России, друзья, я не знаю, что у вас там творится на таможне, скорее всего, очень сложно контрабандос провести, но у вас цены очень дорогие, и сейчас все Redmi лучше брать опять-таки в Китае. В Украине здесь у нас все завозят сейчас, изменения всякие, поэтому свозят, что хотят, цитрусы, алоэ и тому подобное. Следующая новость у нас, друзья, про Meizu. Лебединая песня их спета, и они, по сути говоря, выпускают для международки последний свой смартфон. Это мои предположения. Потому что реально они на глобальном рынке сейчас будут все закрывать. Инсайдерская немного для вас информация. Опять-таки слухи все, но в многих странах они уже уходят. И они выпустили Meizu 16S. Я ничего особенно не буду говорить про этот смартфон, но хочу вам сказать, цена у него со старта $475. А там, просто прикиньте себе, 586 IMX, такой же, как в Mi 9, но с оптической стабилизацией, 3600 мАч, Snapdragon 855, ясное дело, ЦАП встроенный в переходник, что очень важно, и стереозвук, а еще и вибра отличнейшая. И теперь, Xiaomi, ты мне расскажи, что у тебя такие глобальные цены, что ты вот стоишь своих денег, да нифига, Xiaomi Mi 9 не стоит своих денег. Даже Meizu лучше оказывается. Ну и плюс в нем есть NFC. Это тоже очень важно, но опять-таки, повторюсь, Meizu, к сожалению, будет уходить в международки. Возможно, у них сейчас перетрансформация идет, они уходят на китайский рынок, но при этом они обещают следующий флайм тоже с поддержкой международной всего. Я очень надеюсь, что они программным обеспечением займутся, и тогда, возможно, с этого бренда, с перезагрузки этого бренда что-то получится. А Mi 9, друзья, продолжает дешеветь, и у нас 64 гигабайта уже стоит $466. Это на $11 дешевле, чем на прошлой неделе. Но 128 опять-таки держится в районе $500. Баксов. Это очень дорого, учитывая, что OnePlus 6T продается дешевле.
Блин, ну что вы возьмете? Mi 9 или OnePlus 6T? Класснейший смартфон, крутейший смартфон с дешевым Mi 9. Это просто, ну, Xiaomi, я не знаю, что с тобой творится сейчас во флагманах. Так, ну и продолжим по поводу BBK. Этот гигант в Индии выпускает Realme 3 Pro, и там Snapdragon 710, и такая же камера, как OnePlus 6T, 4060 мАч с чутком. И все это дело, скорее всего, появится в Китае. И вот если появится в Китае, то для нас это интересное тоже предложение, так как можно будет этот смартфон заказать на Алиэкспрессе, а там прошивка, ясное дело, с коробки будет поддерживать русский язык. Кстати, по поводу BBK, они в России сейчас выпустили этот Rino свой, и знаете, что самое интересное? В подарок они дарят наушники Black Star. Это те, которые Тимати продавал за 7000 рублей, а они на Али стоили 3000. Короче, BBK, не того ты пиарщика себе выбираешь. А по поводу Realme, помните, у нас был Realme 2, и казалось бы, корпорация BBK такая крутая, но нет, в бюджетном сегменте у них реально тоже проблемы. А мне прислал видео владелец сейчас этого смартфона, и он рассказывал, что когда сильно перегревается смарт, и при перезагрузке, вот вы видите, что происходит с ним. Просто-напросто, скорее всего, шлейф очень сильно нагревается. Короче, в бюджетных смартфонах все производители, даже крупные корпорации, экономят. Так, и хедлайнер цены сегодняшней нашей, это Xiaomi Mi 8. Но реально, за свои деньги это отличнейший гаджет сейчас. И что самое главное, его, допустим, в Украине можно взять практически за ту же самую стоимость, что и сейчас в Китае. Это китайская версия, там нужно немного шаманить NFC, чтобы она у вас постоянно работала. И я не буду говорить про то, что Mi Mix 3 тоже продается за 450, по-моему, $6, потому что я не могу рекомендовать смартфон, но опять-таки цена на него падает, и ждем 400, 380, 350, тогда можно рекомендовать этот гаджет. Ну и последняя новость для вас. Ну как бы, блин, об этом не сказать. Samsung. Здравствуй, Samsung! Твой фолдик. У нас появилась новая информация. Точнее, от ребят iFix просто-напросто показали о том, что эта технология не будет жить. У Samsung не получится изменить что-либо, потому что та пленка, которая сверху наклеится, она, по сути говоря, является частью конструкции, да, как об этом говорится. Но эта пленочка под информацией, она сразу же убивает весь AMOLED. Не часть какую-то AMOLED, а весь AMOLED. И iFix говорит о том, что обязательно нужно ждать гибкое стекло. И только когда появится гибкое стекло, тогда сгибаемые смартфоны имеют право на жизнь. А сейчас им полный кобздец. И заканчиваем видео на такой положительной новости для вас. Ну ладно, всем большое спасибо. Ждите новых видео. У нас на выходных много будет видосиков. Аж два. Все, всем спасибо. Пока.